Приветствую вас. Я думаю, что если вам нужен именно совет, то совета психологи не дают, потому что для этого есть другие люди, такие как ваши подруги. Ваши друзья, близкие, родные, случайные люди. Вот. Именно они, в принципе, могут дать вам совет. Ну, вот тот совет, который вам нужен, например. А психологи не дают советов. А психологи занимаются другим, да, психологи занимаются тем, что помогают человеку разобраться в себе и корректируют его, ну, корректируют его какое-то вот движение, да, корректируют его какой-то путь. Вот, поэтому я буду отвечать вам, наверное, с точки зрения больше психологии, стараюсь не касаться советов каких-то, потому что хочется все-таки, чтобы вы сами как-то научились двигаться, хочется, чтобы вы как-то вот сами научились смотреть вперед. Значит, вы пишете про значит, сестру подруги, вот, которая регулярно употребляет алкоголь. И вы видите, что подруга ваша тоже вместе с ней начала употреблять алкоголь. Обе алкоголизм отрицают, и, в общем-то, вы пытаетесь, вы хотите как-то на этих людей, в частности, на свою подругу, вы хотите повлиять. Вот. Но что вообще в этой ситуации делать? Ваше беспокойство за подругу вполне оправдано, вполне понятно. В какой-то степени хорошо, но тут самое главное не навредить человеку, да, своей вот такой, можно сказать, заботой, можно сказать, своей такой вот, своим беспокойством за него. Ваша подруга употребляет алкоголь по причинам, которые у нее есть. То есть не есть причины, по которым она употребляет алкоголь. Вот. Ну, глобально, вот именно глобально, если говорить, глобально. Глобально такими причинами может быть, ну, скажем так, проблема смысла жизни. Проблема экзистенции, когда человеку сложно, ну, когда человеку сложно найти вот, смысл своей жизни, когда человеку трудно это сделать, когда человек сомневается вот, в том, куда он идет, когда человек воспринимает, вот, именно воспринимает алкоголь какое-то замещение, да, замещение вот смысла своей жизни, по сути дела, по факту. Вот. И это вот, собственно, та проблема, которую пытается решить ваша подруга, в том числе через алкоголь. Вот. Но чему, собственно, научила ее сестра. Вот. Это если вот мы говорим именно
глобально, если мы говорим, и если мы говорим преимущественно только вот, ну, именно о таком генезисе проблематики, да, который, например, не связан с идеей, допустим, жизненного сценария, к примеру, а который не связан с идеей каких, ну, какой-то, допустим, ну, травмированности, какой-то вот травмы, да, каких-то, ну, сложностей, тонкостей ну, в жизни человека, человеческой жизни. Вот. И если мы об этом не говорим, если мы обо всем этом не говорим, то глобально вот проблема заключается, конечно, в этом. Глобально. Чисто глобально. Проблема заключается в этом, конечно. Вот. Но есть здесь, ну, безусловно, здесь есть нюансы, да, и вот опять же, можно говорить о том, что, ну, нет смысла, ну, что-либо делать там для подруги, нет смысла пытаться на нее как-то повлиять, если у нее есть потребность такая, если у нее есть потребность в том, чтобы, ну, поступать так, как она поступает. Вот. А она не будет делать это по-другому, она не будет поступать по-другому, она не будет менять свое поведение. Вот. Ну, к сожалению, она не будет этого делать. Вот. И очень важно в этом отдавать себе отчет. Такая вот история. Напротив, она будет, возможно, воспринимать штыки, ну, ваши действия, она будет воспринимать штыки, она будет воспринимать штыки ваши, ну, ваши попытки ее отговорить, она будет воспринимать штыки. Вот. И, соответственно, еще слепить. Поэтому тут я бы здесь обратился к тому, что вы знаете про свою подругу. Ну, глобально, что вы знаете про нее. Я бы обратился к этому. Вот. И постарался бы найти вот те, может быть, те проблемы, которые, ну, ваша подруга пытается решить. Вот. И помочь, собственно говоря, помочь ей это сделать, помочь, ну, помочь ей решить ее проблемы, ее трудности. Вот. Вот так вот, в принципе, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно вам.
Я желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится. И напоследок я бы рекомендовал вам первое психологическую игру «Алкоголик» есть в интернете и «Треугольник Карпмана». Вот. Это вам надо почитать. На этом все. Еще раз удачи и всего доброго.